6 по 9 июля в Олимпийском учебно-спортивном центре «Планерная» прошли чемпионаты первенства Центрального федерального округа. Нашу конно-спортивную школу представляли 8 спортивных пар. В дебютном круге на высотах 90-100 и 110 сантиметров Капотова Светлана, 4-летнем жеребце по кличке Оливер, заняла 2-е, 1-е и 3-е места соответственно. В маршруте до 100 сантиметров в этом же зачете 3-е место заняла Журавлева Владлена на ханкале. В зачете для любителей в маршрутах до 90 и 100 сантиметров Бурнашева Регина на фриде заняла 2-е и 3-е места. В маршрутах 90 и 110 победителем стал Арсений Быков на Оскаре. Также Кузнецова Ксения на эластике и хубе выступала в маршрутах 110, 120, 130 среди юношей, а Базунова Полина на Кассандре и Прозорова Анастасия на Джордане 90, 100 и 110 среди детей. Спасибо за просмотр!